Ну, начнем со вчерашнего матча. Команда одержала первую победу под вашим руководством в первом же матче. Насколько была эта победа важна для команды психологически и для вас лично? Я думаю, что любая победа все-таки она важна. Тем более над принципиальным соперником и с командой, допустим, того, с которым мы в данный момент плюс-минус, на тот момент еще проигрывали 2 очка. Я считаю, что на тот момент вчера ребята сделали, наверное, все, что от них зависело. Может быть, даже больше, чем. Потому что команда находится очень в разном состоянии. То есть там за 5-6 дней невозможно было. Мы то, что смогли, наверное, мы сделали. Чуть-чуть физически подтянули и расставили, наверное, по позициям то, что мы хотим видеть. В данный момент, наверное, что-то получалось вчера, что-то нет. Все-таки ребята играли, многие не на своих позициях. И то, что вчера, допустим, мы увидели в обороне, наверное, было хорошо. Да, в атаке нам не хватало. Плюс у нас огромное количество травмированных. Это ребята, которые приехали со сборной. Кто-то больше играл, кто-то меньше. У нас и Сигур Йонсон, и сейчас Рики Пирс вылетел у нас. То есть вчера на замену, по большому счету, мог выйти только один Пирс у нас. И то он был травмирован после сборной, тренировался несколько дней с нами. Поэтому, видите, он вышел даже на 15 минут и получил травму. Сейчас мы его потеряли. Опять, я думаю, недели на 2, как минимум. Вот. Очень много травмированных, и, конечно, ситуация немножко, конечно, удручает. Вот. Но мы будем готовиться сейчас к следующей игре, мы посмотрим, разберем, будем готовиться. Очень серьезно, нам нужна только победа. Ну, понятно, что за 5 дней изменить ситуацию, как вы говорите, очень сложно. Но, тем не менее, какой футбол вы хотите видеть в исполнении команды? Сейчас многие рассуждают о том, что спартаковский стиль или что-то будет другое. Вы знаете, другое. Можно играть в любой стиль, И самое главное, чтобы команда побеждала. Да, мы хотим играть хороший, привлекательный. То, что было у Астаны раньше. Вот. Чтобы иметь определенный стиль, нужно под него подбирать футболистов. В данный момент ни время, ничего не располагает к этому, чтобы показывать какой-то определенный стиль. Но мы будем играть и будем стараться играть хорошо. Нам всего лишь нужно немного времени. Но если будут победы при этом, конечно, будет хорошо. Поэтому в данный момент то, что, допустим, мы вчера не показали там до определенного футбола, но мы выдержали ту дисциплину, которой пытались, знаете как, привить команде за это время, которое мы здесь. И мне кажется, это получилось. Да, Табу, возможно, играл лучше в каких-то моментах. Но сказать, чтобы, допустим, у них были какие-то супер 100% моменты, наверное, нет. Да, были, мы хотели выходить через пас. Знали, что эта команда очень хорошо накрывает, очень хорошо идет в прессинг. У команды очень хороший, наверное, игровой тонус. То, что в данный момент у нас нет. Потому что команда в разном состоянии. И по словам некоторых футболистов, последний раз они так тренировались, наверное, в начале года на сборах. И это удручает. Я понимаю, пандемия, все это как бы болезнь. Там многие команды тренировались, Астана не тренировалась, была распущена. Негде было тренироваться. И это все сказывается, конечно, потому что футболисты опытные, много опытных футболистов. Конечно же, если дальше все будет хорошо, конечно, нужно немного, наверное, омолаживать команду. Вот. Мы все прекрасно понимаем. Но те футболисты, которые вчера играли, к ним никаких вообще претензий нет. Вот. Они и выдержали, и даже в своем возрасте они показывают довольно-таки приличный уровень. Единственное, конечно, они не тренированные футболисты. И это очень плохо. Ну, вы сами говорите, что в команде ситуация довольно-таки тяжелая с травмами. Кто-то сумеет восстановиться к игре в Сальдикаске? Ну, в данный момент, повторюсь, что вчера Женя Постников получил желтую карточку, он пропускает защитник. У нас и так Юра Логвиненко вчера играл, Абзал играл, который футболист, это вообще-то один защитник, другой крайний защитник, то есть они играли в середине. Поэтому футболисты на данный момент, то, что вчера сделали, они много сделали очень для победы. Вот. Конечно, каждый футболист плюс-минус должен играть на своей позиции, потому что там его сильные стороны. Вот. Сейчас вылетел у нас защитник центральный. Вчера как бы Пирус сломался у нас. Поэтому очень сложная ситуация с больными. Кто будет, вот вы видите сами, кто здесь ребята тренируются, молодежь.
Вот. И несколько человек, которые как бы не, в данный момент не тренировались с нами вообще, просто восстанавливаются. Поэтому момент нелегкий, но мы будем тренироваться и будем выходить играть на победу. Ну, как раз таки о молодежи. Вы привлекли группу молодых футболистов. И так с командой тренировались. Насколько вообще их перспективы большие вы видите? И какой у них шанс сыграть? Здесь перспективы, все будет зависеть от них. Потому что мы прекрасно понимаем, искусственно никто никого тащить не будет. Мы сами играли в футбол, и сейчас уже это никто не делает. Да, можно подпускать, здесь смотреть, как они выглядят, как они в команде, отношения в команде, их поведение. И, конечно, все остальное только на футбольном поле. Все будет зависеть от них, им дается шанс. Будут еще ребята, будем еще, значит, звать. Не могу не спросить, вчера Василий Уткин высказал такую мысль, что переезд в Казахстан – это удар по амбициям. Насколько вы с этим согласны и вообще какие ваши амбиции именно тренерские? Ну, дело в том, что у нас все говорят про футбол. Василий Уткин очень давно в футболе, журналист. В данный момент он выражает свое мнение. Здесь, допустим, в Казахстане есть тоже. Вот я читаю некоторые статьи, тоже выражают свое мнение. Это их право. Амбиции у каждого человека свои. Поэтому можно говорить все, что хочешь. И я приехал сюда выигрывать. И буду стараться это делать. Потому что то, что делает, допустим, руководство клуба там, и сейчас то, что внутри клуба, я вижу, это очень на позитиве. Это, знаете, как все делается. Осталось только дать результат, объединить футболистов, то, что давно здесь не было, и давать результат. Мы будем стараться. Ну, впереди матч с Оджипесом, потом один из, наверное, центральных матчей второго круга с принципиальным соперником, с Кайратом. Чего ждать болельщикам именно от матча с Алматинцами? Да мы не думаем о матче с Алматинцами. Мы сейчас думаем об Оджипесе, потому что нужно подготовиться. Еще раз говорю, у нас огромные проблемы с футболистами, с травмированными, поэтому туда мы даже не смотрим. Мы смотрели, вот сейчас у нас был Тобол. Я ребятам говорил, ребят, не надо смотреть туда, вот одна игра. Сейчас готовимся к Оджипесу. На Кайрат мы вообще не смотрим. Спасибо. Спасибо.